как бы. Здравствуйте. Нет. Знаете, честно скажу, просто посмотреть зашел. Первый раз. Так вроде незаметно все. Что можно? У нас можно и пробовать, если что-то понравится. Ну, попробовать, вдруг понравится, если хотите взять еще. То есть вы можете что-то отрезать? Конечно. Иными словами, да? Да, у нас здесь сыры с голубой белой плесенью разной степени мягкости, твердости. Здесь сыры твердые, полутвердые. Ага. Коровьи и козьи. В основном в России есть Швейцария. Помимо Швейцарии что-то еще есть? Или только Беларусь. А, нет. Но, кстати, мне больше нравится, что Швейцария. Да нет, здесь сам принцип. А вы не подскажете, у вас визитки не найдется, я не найду это место. Визитка, 100%. Да, я стала искать, не нашли? Закончились визитки. Я могу вам на другое написать. Ну, если вас не затруднит. Да вообще не затруднит. Да, напишите, пожалуйста. Я не найду. А вы скучали, да? Ну да, я здесь все время хожу каждый день, но тем не менее. Ну не каждый день, но вы понимаете. Мне кажется, что вывески нету. Или... Я на двери увидел надпись, дверь открыта и все. Еще вот происхождение. Так, я даю вам свой. Да? Оливки происхождения. Скажите. Греция. Ага, хорошо. Я даю вам свою личную визитку, это другой проект. Ну, вы можете зачеркнуть телефон, если хотите, чтобы я вам звонил. И мы да, просто адрес важен и все. Столярная 18. Я другим маршрутом сегодня пошел, не помню. Как удачно. Скажите, пожалуйста, там сайта нет у вас или нет? У нас есть. Я почему спрашиваю? Вы можете набрать. Вот дегустации, там даты и все да? такое, да? Да, у нас там все указано. Ага. Салон Гедонист столярный ага. 18, сыр и сидр, чтобы да. поняли, о чем да. речь. А, вы можете также добить салон Гедонист, но в Яндексе ага. везде хорошо, есть, да. там у нас есть. Спасибо ну, большое. В целом, он так и пишет, у нас сайт. Ага. Не, ну здесь указано, да, у вас, поэтому я это... Ну, у меня другое указано там немножко, да? моя, поскольку от другого проекта визитка, поэтому... Ага. А если, к сожалению, не находится... Ну, хорошо. Да. Все, спасибо большое. Хорошо. До свидания. Взаимно.
Thank you.
Вот такой вот.
представляла, какой был мгновение. Трясет. Чуть-чуть назад отойди. Thank you.
Здрасте. Когда выходишь, вот предупреждаешь, что кто-то стоял. Thank you.
Меня собирались оставить. Я говорю, а меня не спросили вообще? Так,
Нам победа на надо. Вы туда, да? Да. Thank you.
сейчас отсюда. Я понял.
фотографа. Уважаемые петербуржцы и гости города, судоходная компания «Нева Тревел» приглашает вас посетить увлекательную экскурсию. Это портальный мой поход. Чего-то поставили.
300-400 лет назад здесь проходила девушка Екатерина. Она бросила 200 рублей, вот эту большую сумку, загадала богатого любовника, высокого, с большой квартирой, бежевой повозкой, с золотым балконом, летней верандой. Друзья, Екатерина переехала жить вот в этот дом. И вот с того балкона она мне каждый день машет и кричит: «Саша, спасибо!» Вот каждый день. Поэтому, друзья, загадывайте заветное желание и спешите к волшебному чемодану. Магия будет действовать до самого-самого конца песни. Yeah.
Спасибо, это была волшебная песня. Надеюсь, все успели загадать свое заветное желание. Кто еще не успел, друзья, торопитесь. Мы начинаем обратный отсчет. Считаем вместе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Одна на ниточке, на иголочке, на волоске. На сопельке. Для тех, кто еще не успел принять важное решение. На чем еще, девочки, подсказывайте? Сейчас звучат громкие аплодисменты. Thank you.
бог. Было бы это еще немножко пораньше, да, когда было бы солнышко, было бы. С утра до вечера. Да он, мне кажется, да, выгорает вообще. Где-то этот, на веселье. Первый раз я вижу. Я тоже, я правда, как бы, ну, всю жизнь живу, собственно, не вижу такого, первый раз вижу. Молодец. Да. Я в принципе, я вообще рад за людей, блин, вообще. Специально на толпу поеду. Ну, там самое прикольное, он развлекается. Как ему-то по кайфу. Да, да, да. Людей, хотя да, да. Какой-нибудь негодяй найдется и выложит. Вот там. А вот в одну, все Thank you.
Зачем такого?
Добрый вечер, поехали кататься вверху на лошадку.
Суворовка. Ну, бегать, на, говорит, иди, говорит, хороший, говорит, так как это хорошо. Я, говорит, ей как же? А зачем ты съедаешь? Thank you.
Да. Thank you.
Thank you.
я откуда знаю, что он любил. Thank you.
Дело деда. Гигиена.
сейчас народ настроением своим ему легче стало. Thank you.
действительно пришла часик или два. Смотрите, прикол сейчас покажу. Чисто мимо про котов поржать. Там телек. Thank you.
Встречаемся, наслаждаемся.
по-моему, на одном из этих. А там ходили. Thank you.
Следующая станция — Сенная площадь.